Послушай, Джамиля, меня это абсолютно не устраивает. В отношениях главным должен быть мужчина. А ты ходишь и типа сама лидер, я лидер, поняла? Если еще раз такое повторится, я тебя... Назови хоть один аргумент, где ты должна быть лидером. Дорогая, ты водичку забыла. Саид, как ты мог? Я дала 3 года своей жизни тебе. Я все для тебя делаю. Я даже носки твои глажу. И вот результат. Как ты мог так со мной поступить? Я закрываю глаза на все. На твои гулянки, на то, что ты лайкаешь девочек в Инстаграме, на твоих друзей. Но этого я тебе не прощу. Стоп! Я просто посмотрел 5-ю серию «Игры престолов» без тебя. Что тут такого? Хорошо, сын, хорошо, ты сам этого захотел. Теперь ты свои носки гладишь сам. Чай налей. Как дела на работе? Может, хотя бы дома не будешь о работе спрашивать? Ты раньше не был таким. Раньше и бытовухи-то не было. Не было этих проблем. Не надо сравнить раньше и сейчас. Ты думаешь, мне легко? Я целый день готовлю, стираю, убираю. А ты приходишь и выливаешь на меня весь свой негатив. Если не легко, что ты тогда делаешь? Что ты сидишь здесь? Не убирайся, не жди меня. Хорошо. Тогда и вещи забирай. Ты же понимаешь, что если мы будем вместе, то тебе придется отказаться от всего, что у тебя есть. Для меня это все не важно. Я люблю тебя, хочу быть только с тобой. Ты уверена? На все 100%. Мы с папой знаем, с кем ты шлялась. Какое у тебя с ним будущее? Посмотри, где он, а где ты. Мы нашли для тебя вариант поприличнее. Ну что, поехали в мой ресторан? Извини, я не смогу. Добрый день, Саид. Вы уволены. Ты чё так долго? Я тебя заждалась. И чё? Ждать трудно, что ли? Меня с работы уволили, а тебе трудно ждать. Иди домой, мне сейчас слева надо видеться. Чё случилось? Чё такое грустное? Да не важно. Ладно. В смысле ладно? И все? Это твоя максимальная поддержка? Тоже мне друг. Иди отсюда вообще. Понял. Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Гнев это как инстинкт горящий уголь в руке. Я же всегда нажигаю тебя снова. Вчера залетел в клуб. Спанул там 3 девчонок, набухался, уже ничего не помню. Здоровье ты свое угробишь, ничего более. Сейчас, погоди. Добрый день, пришли ваши анализы. Вам осталось жить ровно неделю. Мне очень жаль. Мне надо идти. А где Усал? Я не знаю, по делам ушел. Че будешь? Привет. Я просто хотел сказать то, что я люблю тебя. Ты был прав. У меня даже детей нет. Врач сказал, что мне осталась неделя. Возможно, ты на меня обидишься, но это я попросил врача так сказать.
Я надеюсь, это тебе будет уроком. Время без забот. Во что играешь? Забрал. Эй, ты что делаешь? Саид, оставь! Ты что разорался? Иди мусор выбрось. После меня сходишь, малой. Да ты достал уже! Я в этом доме жить не буду!